Задание Вальденса. Отыщи конгрегацию Вальденсов. И у меня есть вот показания еретика. Где он сознался, как он шел к этой конгрегации. Я начал свое паломничество в ужасе, вертеть беззаконие, или пили, бездействовали, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И тут же я узрел иное оскорбление перед лицом Господа, храм невесты Антихриста с его гордо высевшейся в Вавилонской башне. Я быстро прошел мимо, держа путь к восходу, к восходящему солнцу, то есть на восток. То есть вот она, харчевня. Вот этот храм, вон Вавилонская башня, и я скачу на восток. Доскакал до перепутья, до развилки. Читаю дальше. Выйдя из деревни, я попал на перекресток и не знал, который путь выбрать. Так что я упал на колени и стал молиться. И молитвы мои были услышаны, ибо палец Христов поднялся из-под земли, дабы указать мне верный путь. По нему я и пошел сквозь эти грешные земли, и внезапно услышал шум занятой работой тысячеглавой толпы и узрел их королеву и их башни. То есть вот этот вот палец Христов, это вот... Как он тут уж называется-то? Ну, в общем, вот эта вот конструкция, да? То бишь, мне налево. Скачем. Услышал шум тысячеглавой толпы. Имеется в виду вот эти вот. Как они называются, тоже, господи. Ули. И как там еще написано-то было? Их башни, да, вот. Я продолжил свой путь, и внезапно разверзлась в земле пасть бегемота, и сломанные зубы ее вздымались к небесам, подобно могилам моавитян. Я прошел, и прошел я через пасть зверя, и на пути своем встретил во плоти апостолов Петра и Андрея. Я был голоден, оттого взял плоды трудов их и насытился. То бишь, чешем дальше. Пасть зверя. Пасть зверя – это вот такая вот, не знаю, что такое, стена, не стена, вот, пасть зверя и зубы. Надо скакать дальше. Прямо, то бишь. Вот, дальше насытился про Андрея и Петра, я, честно говоря, не совсем понял, где это и чё. Но я знаю, что надо скакать вот сюда. Хотя... Вот здесь тоже точка интереса. И здесь лежит вот это вот все. И, по-моему, тут можно поспать еще.
Ну или нельзя. В общем, он пишет там... не пишет, а признается. Затем я оставил их дом и, увидев двух вдов, что плакали и голосили, я плакал с ними, и они позволили мне поспать в их тени. Я пошел дальше по самому краю мира и узрел ребра великого Левиафана, выброшенного морем на берег. Затем я увидел... Тут тоже не совсем понятно, я тут всю локацию вот эту вот объездил вдоль и поперек, всю вот эту вот. Только в конце концов в последний момент нашел. В общем, про Левиафана тоже не очень понятно. Секундочку, ты кто такой, чувак? Ах, вы собаки страшные. Я не понял, ты чё? Чё now? Ах ты собака. Ты с оружием? К чертовой матери. И ты тоже туда же. Иди этот хрен с морковкой. Нет, ну ладно. Да не ты, блин. Чего у вас нет-то ни черта? Нищеброды. В общем, прервали. Поплакал вместе с ними. Я так полагаю, что вот это дерево, плакучая ива называется, вообще говоря. Ну, ива. Ну, в народе его плакучая ива называют. Вот. Тут есть два моста. Вот один мост. И вот второй мост. Вот два моста. В книжке написано. Я пошел дальше по самому краю мира, затем увидел два моста, ведущие через реку Иордан. Тут это, конечно, такой еще Иордан. И дьявол искушал меня и пытался заманить на тот мост, что справа, но я разгадал его искус и пошел против его воли. Можно подумать, что два моста, то есть можно подумать, что надо идти, ну, не по правому, а по левому, и туда он, да? На самом деле ни хрена не так. Парень, ты чё? На самом деле надо в другую сторону вообще идти. Лошадь! Ты где, лошадь? Вот в эту, сюда вот надо идти.
Вот. Дальше написано, что и затем я наконец узрел врата в сад Эдемский, обильно увитый зеленью. Их охраняли соломенные чучела, однако они увидели, что я добрый христианин, и позволили мне войти в сад. Я тоже туда ездил, туда, туда. Ни хрена все, ничего нету там. Сюда надо ехать. Вот они, соломенные эти чучела. Стоят. Это, короче, вот где. Ну, то есть вот отсюда вот я ехал вот сюда, 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 вот мост, вот и вот сюда вот. Назад, короче, пришел. Все. И вот заходишь так. Seems I found it. И вот она, конгрегация этих Вильгельмов. Все, здесь вот лежит деревянный крест. A cross, nicely carved. Someone in the village might recognize it. И сундук стоит. Больше вроде тут нет ничего. Ну и все, а дальше уже по квесту. Самое сложное было найти это место. Потому что там написано пипец. Я, наверное, ну, в общем, очень долго искал. А сюда почему-то заглянуть не удосужился. Ну, так вот бывает. Ну, в общем, это все, что я хотел показать. Пока.